Говори только важное. Используй поменьше слов. Даже гневаясь, помни о том, что душа хрупка, малодушен, злопамятен, слаб, суров. Не пускай в себя тех, у кого тяжела рука. Научись даже им не присваивать ярлыков. Никому не доказывай правды и теорем. Всяк идущий имеет право на длинный путь. С неприкрытой душой не входи в толпу, чужой дом, гарем, и жалея, ругая кого-нибудь, знай, что это твое тщеславие, пепел, тлен. Не ищи наказаний, не строй тюрьмы, уклоняйся от тех, кто вину как плеть опускает тебе на плечи. Тот, кто понял хоть что-то, не сеет вокруг войны, не таскает за пазухой подлости, лести, лжи и бессмысленно не калечит. Остальные живут взаймы. Выдыхай понемногу, не бойся, не рушь границ, перекидывай веру мостком сквозь любую пропасть. Я веками хожу среди павших ниц, поднимая тех, кто нащупал в себе жестокость, и устало касаюсь их спящих лиц. Говори только важное. Спасибо. Браво!